И я говорю, не волнуйтесь, вы почувствуете облегчение. Здравствуйте, я бы хотела обследоваться. Здравствуйте, добро пожаловать. Примите этот букет. Ох, спасибо. И комплимент от больницы. У вас просто отличный сервис. Спасибо. Давайте я вас проведу. У нас также есть фирменные маски. Примерьте. Ох, вау. Вы выглядите потрясающе. Ах, не смущайте меня. Сюда, пожалуйста. Проходите. Не желаете переобуться в домашнюю обувь? Выбирайте, что вам нравится. Туфельки такие красивые, но я хочу отдохнуть от каблуков. Наши тапочки очень мягкие. В богатой больнице сервис высшего класса. О, богачка уронила купюру. Спасибо за такое приветствие, я поднимусь сама. Она моя! Нет, моя! Это приемная? Значит, я по адресу. Ой, ходят тут, мешаются под ногами. Я же только здесь помыла! Еще и без маски! Вот, возьмите! Ах, хорошо. Подержите, пожалуйста, я надену маску. И не наследите здесь! Возьмите бахилы! Конечно. Думайте о других, вам хватит одного! Ладно, я пойду. Спасибо, что так быстро поставили меня на ноги, доктор. Не за что, это моя работа. Счастливо. До свидания. Ай! О нет, вы в порядке? Моя нога! Бедненький! Возьмите костыли, они вам еще пригодятся! Нет, только не снова! В бедной больнице скучно не бывает. Здесь свои развлечения. Вперед, я болею за тебя! Я приду первым! Мечтай, недогонщик! Участники приготовились! На старт! Внимание! Марш! Поднажмите, ребята! О нет, я отстаю! У меня есть секретный приемчик! Вперед! Я почти у финиша! Я обгоняю тебя! Да! У меня получилось! Не может быть, это нечестно! Бедненький! Да, Эндрю победил! Мы болели за тебя! Поздравляю с победой! Спасибо! Я крутой гонщик! Да, ты такой. Теперь я твоя фанатка. Ай, моя нога. Привет, ребята, а кто здесь крайний? Смотри, куда идешь. Ты можешь не толкаться? Я больше не могу ждать. Я освободился. Кто первый ко мне? Вы, девушка. О нет, мне так страшно. Не бойтесь, я профессионал своего дела. Ходите. Ладно, пока, ребята. Наш врач такой пугающий. Присаживайтесь. Ах, моя лезвие немного завяла. Нужно ее полить. Вот теперь порядок. На что жалуемся? Живот очень болит. Минутку, сейчас я вас осмотрю. Мне кажется, или она кричит? Щекотно. Это должно помочь. Ей так больно. А, стойте, куда все? Не оставляйте меня одного! Спасибо, доктор. Обращайтесь. Следующий. Нет, я не пойду. Алло, скорая? У меня голова болит. Ах, приезжайте скорее. Где наш пациент? У кого болит голова? У меня, мне кажется, у меня мигрень. Сейчас мы проведем осмотр. Ах, осторожнее. А теперь посмотрите на меня. Реакция хорошая. Интересно, в чем же дело? Ах, вот оно что. Я нашел причину. О нет, в чем дело? Объясните мне. Вы пользуетесь старой моделью смартфона. Вот, возьмите, он быстро вылечит вашу мигрень. Доверьтесь нам. Мне и правда полегчало. Спасибо вам большое. А говорят, здоровье за деньги не купишь. Сколько у меня получается выходных в этом месяце? О, нам звонят. Алло, скорая помощь. Говорите, вас не слышно. Дозвониться до бедной больницы – тот еще челлендж. Я вас понял, выезжаю. У нас срочный вызов! Мистер Пауэлл, а какой адрес? Нам прямо? Нет, налево. Давай на камень-ножницы-бумага. Пойдем туда.
Как думаешь, в какую теперь сторону? Давайте пойдем в это направление. Скорая помощь прибыла! Мистер Пауэлл, они в трауре. Мы опоздали. Примите наше соболезнование. Мы сожалеем, что опоздали. У нас здесь вампирская вечеринка. Присоединяйтесь. А, так это тематическая вечеринка. Пожалуйста, угощайтесь вишневыми коктейлями. Спасибо, хорошо, что у нас проверки с собой. За ваше здоровье. Врачам тоже нужно отдыхать время от времени. Добро пожаловать. Это твоя работа! Ты-то куда лезешь? Это мое место! Устраивайтесь поудобнее. Отлично, давайте начнем осмотр. В богатой больнице даже гель для УЗИ жутко дорогой. Расслабьтесь, пожалуйста. О, ваш малыш передает вам привет. Давайте еще посмотрим. Он родится 4 октября. Правда? Это уже так скоро. Наш ребеночек. Он будет уличным музыкантом? И женится в 52? Какой ужас. Может, это сбой системы? Такое бывает. Это все твоя вина. Доктор, сделайте что-нибудь. Мы щедро заплатим. Ах, это большие деньги. Но я не могу ничего изменить. Извините, мне очень жаль. Мы будем жаловаться. Дорогой, помоги мне. Вы бесполезный врач. Вы расстроили мою жену. Простите, аж голова разболелась. А-а-а! Уволена? За что? Доктор, я хочу узнать пол ребенка. Хорошо, одну минутку. Давайте начнем. Так, улиточка, пришло твое время поработать. Фу, это что, слизь? Уберите от меня руки. Конечно, извините. Что же делать? О, я знаю. Вы беременны. Что? Я и так это знаю. Я хочу узнать пол ребенка. Давайте попробуем этот точный тест на определение пола. У вас будет мальчик. Хватит надо мной шутить. Подождите, посмотрите на экран. Пусть работает, пожалуйста. Вам нужно быть клоуном, а не доктором. Я буду жаловаться. А в чем дело? Ну вот, это точно мальчик. Сейчас я покажу, что мне нужно. Конечно, давайте. Я хочу вот такие виниры, чтобы они были ровненькими и сияющими. Без проблем. Я сделаю все в лучшем виде. Это не займет и минуты. Вау, ощущения совсем другие. Спасибо, доктор, вы лучший специалист. Теперь мне не нужны эти уродливые очки. О, здравствуйте, приветик. А, мои глаза, я ничего не вижу. Ах, вот мои очки. Так, это работает. Ой, она полная. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте. С чем пожаловали? Так, рассмотрим поближе. Ой, а что это за шутка? Мне страшно. Это не подходит. Нам нужно сделать снимок. Хорошо. А где здесь аппарат? Так вот же, кусайте. Ну, ладно. В больнице для бедных нет денег на нужную аппаратуру. Приходится выкручиваться. Понятно, проблема ясна. Один зуб нужно будет удалить. Держите покрепче. Вот так отлично. Все случится быстро, вы даже не успеете почувствовать. Ну вот, что я говорил? Это невыносимо. Теперь у вас нет проблемных зубов. Еще одна шестерочка в мою коллекцию. Как я хорошо стартанул. О, меня догоняют. Ох, вас подрезают. Эй, медсестра, убавь громкость. Ты отвлекаешь. Я все еще первый. Ай, нога жутко чешется. Это невозможно терпеть. Давайте я помогу. Ах, я уже устала. Нужно звать подмогу. Алло, миссис Ховард, приходите скорее. Спасибо за оперативность. Без проблем. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Не волнуйтесь, сейчас я вам помогу. А вот и нужный инструмент.
Это чесалка! Отлично! Хотя, она не пройдет под гипс. Я знаю. Вот это подойдет идеально. Такого я еще не видел. Ладно, давайте попробуем. Сейчас зуд как рукой снимет. Не беспокойтесь. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. Увидимся!